Привет, друзья мои! Идет небольшой дождик. Такая вот свежая зелень. А в парке уже цветут абрикосы. Сегодня у нас 30 марта. Очень здорово. Погода такая красивая. Небо красивое. А там гроза. Молния сверкает, гром гремит. В общем, 30 марта, но у нас уже гроза. И солнце, и молния, и гром. Все вместе. А я стою на пешеходном мосту. Ну вот, как всегда, этот милый персонаж, как всегда, рядом со мной. Я сейчас буду кофе пить. Ну, видите, у меня по утрам получается, по утрам мне хочется снимать, потом днем уже как получится. А утром это да. И вот персонажик, малыш, вот облюбовал мой стульчик. Я этот стульчик высокий, барный, специально покупала, чтобы сидеть у окошка. Так, сейчас я открою окошко. Это окошко я открываю только тогда, когда я к нему подхожу. Только я от него отхожу, я сразу его закрываю, потому что третий этаж, все-таки кот может выпасть. Не дай бог. Поэтому я сразу же его закрываю. Кофе растворимый закончился, так что сегодня буду пить натуральный. Я поняла, чего мне здесь не хватает. Мне вот здесь не хватает такого столика маленького. Такой дощечки такой, чтобы я могла поставить кофе. Ну, ставить, брать, ставить, брать. Утро началось. Птички. Еще не жужжат рабочие ничем, потому что что-то где-то там, кажется, дорогу делали, шумели все эти дни. Ну так, не сильно, немножко было. Вот. А с утра только птички. Дворник прошел, что, ну, в общем-то, поубирал. Ну, вообще, молодец, конечно, убирает. Иногда, правда, забавно убирает, но чаще всего нормально. В общем-то, двор хороший, чистый, хоть бы не перехвалить. Что-то пересластило, что ли. Не то кофе мало, не то сахара много. Я пошла исправлять ситуацию. Вроде исправила. Конечно, настоящие кофеманы меня бы побили, если бы знали, что я творю с этим кофе. Вот сегодня я его вообще не заваривала. Я просто взяла натуральный кофе, залила кипятком. Ну, так. А вот это синичка. Я их и так знаю, и даже по чириканью знаю. Ну вот, девчонки, вы спрашивали весеннее видео о духах и украшениях.
будет такое видео, да, чуть позже. А сейчас просто, вот я сейчас надушилась вот этим ароматом. Я в восторге. Этот beautiful, пардон за английский, butterfly, я от него в восторге. Просто, вот, вот наш фасад. Я просто обожаю этот аромат. Обожаю. И через, то ли через один каталог, то ли через два каталога будет лосьон Beautiful Butterfly. Я себе закажу. Обожаю этот аромат. Просто супер. Просто супер. Цветущие абрикосы. Я стою около дороги, здесь очень шумно, но хочу показать. Уже зацвели. Это я увидела вчера, и сегодня решила выйти здесь, чтобы показать. Да, вот уже очень шумно. Вот уже цветут. Вот одуванчики уже цветут.